На телеканале «Волгоград-1» продолжается День всех влюбленных, который только у нас эксклюзивно называется 14 февралентина. Согласно недавней серии экспериментов в университете Сингапура, влюбленность делает ваш десерт вкуснее. Мало того, что мы привыкли соотносить слово «любовь» со сладостью, но даже мысли о чем-то романтичном могут заставить нас воспринимать то, что мы едим и пьем, более сладким. Влюбленным людям даже простая вода кажется сладкой. Теперь вы знаете, влюбленность делает еду и напитки слаще на вкус. Любите друг друга, потому что любовь – это единственное, что имеет значение.